Good morning. Доброе утро. Меня зовут Пулина Елена. Я 25 лет преподаю английский язык в частной семейной школе и 15 лет изучаю нейропсихологию, чтобы помочь моим ученикам разобраться в своей голове и использовать свой мозг на максимум. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить о теме, которая волнует очень многих, которой посвящены просто целые курсы и марафоны в интернете. Это тема фразовых глаголов. Что такое фразовый глагол? Это глагол, который полностью меняет свой смысл, если вы меняете предлог, который стоит после этого глагола. Самый знаменитый – это get. Get вообще – это либо получать что-то, либо становиться. Например, it is getting late – становится поздно, то есть уже поздно. It's getting cold – становится холодно, то есть холодает. Если же к глаголу get вы прибавите предлог, то вы полностью поменяете его значение. Например, get up – это вставать, get away – это уходить, get in – это заходить, get around – это обходить. Вот к этому действительно посвящено огромное количество разных учебных пособий. Но на деле, ребят, пока вы не начнете пользоваться в речи этими фразовыми глаголами, их бесполезно зубрить. Вы не зазубрите и не выучите все оттенки фразовых глаголов. Ваша задача – проговаривать, использовать их в тексте, и тогда ваш мозг, а он очень умный и ко всему очень быстро привыкает, он начнет понимать, что предлог имеет значение. Поэтому, дорогие мои, не зубрите просто так фразовые глаголы, а употребляйте их постоянно в речи. В конце концов, пишите с ними какие-то предложения, маленькие рассказики, маленькие текстики, потому что просто зазубренные фразовые глаголы ничего не дадут вам в жизни. Вы можете тысячи упражнений на эту тему сделать, но когда вы должны будете вот так заговорить в реальной речи, все выпадет у вас из головы, потому что мозг не впитал фразовые глаголы и не соединил их с правильным контекстом. Поэтому, знаете, иногда даже я, если встречаю какой-то незнакомый глагол, лезу в словарь и проверяю, какой предлог должен быть с ним, потому что у англичан совершенно непредсказуемая фантазия, и какой может быть предлог. Вот, например, есть глагол «зависеть» – «to depend». Это зависит от тебя. It depends on you. Конечно, все мои ученики пытаются сказать совершенно другие предлоги по русской логике, русскоязычной логике. Но надо говорить так, как говорят англичане. А для этого надо залазить в словарь и проверять, какой предлог стоит рядом с этим глаголом. После перевода to depend в скобочках будет обязательно написан предлог, с которым он используется. To depend on. It depends on you. С вами была Пулина Елена. Учите английский легко и весело. Bye-bye.